Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на канале ветеринарной клиники Биовет. Тема этого ролика – эхо сердца животных. Эхо сердца или УЗИ сердца – наиболее важный и информативный метод исследования сердечных патологий. Эхо сердца позволяет провести полномасштабное исследование и оценить размеры полостей сердца, толщину стенок, увидеть расположение сосудов и оценить их диаметр, исследовать сократительную способность сердца перед сложными операциями. С помощью эхо сердца можно выявить приобретенные и врожденные пороки сердца, перикардиты, болезни клапанов, опухоли сердца, инородные предметы в камерах сердца, таких как гельминты или тромбы. УЗИ сердца рекомендуется проводить перед оперативным вмешательством, при подозрении и наличии признаков заболевания сердечно-сосудистой системы, пожилым животным старше 7-8 лет, профилактически всем животным, имеющим породную наследственную предрасположенность к заболеваниям сердца. К таким породам относятся шотландские и британские кошки, мейн-куны, сфинксы, персы, корниш-рексы, собаки мелких пород, боксеры, немецкие овчарки, таксы, доберманы и собаки гигантских пород. Признаками к проведению эхо сердца являются кашель, вялость, снижение активности животного, непереносимость физических нагрузок, синюшность языка и слизистых оболочек, обмороки, отеки конечностей, увеличение объема живота. Владельцам важно знать, что у кошек очень сложно выявить ранние клинические признаки сердечной недостаточности, так как они ведут малоподвижный образ жизни в квартире и попадают на первичный прием кардиолога уже на поздних стадиях заболевания. Самый эффективный метод ранней диагностики заболевания сердца у кошек и собак – это УЗИ сердца. Проведение эхо сердца абсолютно безболезненно для животных и не требует специальной подготовки. Записать вашего питомца на исследование эхо сердца собакам и кошкам в клинике Биовет можно, позвонив по телефону 8-495-989-1605. Надеемся, наше видео было полезно для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал ветеринарной клиники Биовет. Всего вам доброго, до свидания!